3 августа 23-го года. Тут уже который раз у нас переасфальтируют дорогу. В общем, мы уже полмесяца здесь ходили по ямам и каналам. Но вот сегодня уже приступили к последнему, видно, этапу вот, за асфальтирование. Я вот сейчас наблюдала за ребятами, как они этот асфальт разбрасывали. Это ужас. Сегодня очень жаркий день. Они не жалея себя. Вот не жалея себя, я вот думаю, вот и зачем ему это надо? Вот я не знаю, там, конечно, ни одного не русского. Все то ли казахи, то ли узбеки. Вот. Они тратят свои силы, свое здоровье для того, чтобы благоустраивать Москву. Ехали бы к себе, выращивали бы на природе свои культуры. Нет, вот они тут мучаются. Не знаю, мне бы, наверное, неделю такой работы и загнешься. Ну, Собянину их не жалко, он уже на 10-й раз, не знаю, но на 3-й это точно вот эти бордюры меняют. Были маленькие. А вообще сначала у нас были здесь загородки везде. Сначала они сделали загородки. Были деревянные, потом они стали, их специально привозили, такие рифленые, железные загородки, красивые. Вот поэтому у нас вот тут вот и сохранилось красивые деревья. Потом начали эти загородки и каждый раз красили, тоже вонища такая была от этой краски, 2 раза в год. Прямо невозможно. Красили какой-то такой ядовитой краской на весь район. Потом загородки убрали. Сделали бордюры. Это все вот на совести Собянина. Это все вот, это он, денежки наши государственные. И людские ресурсы. Потом загородки эти унесли. И лавки, и загородки. Все было железное. Видно, кому-то понадобилось железо. То ли на дачу куда-то унесли. Вот это бордюры, значит. Одни бордюры поставили, все заасфальтировали. Ну, это было несколько лет назад. Теперь, значит, новые такие качественные бордюры. Большие, мощные бордюры. Ну, развивается промышленность по бордюрам. Бизнес такой выгодный, видно. И вот эти ребята, не жалея ни своих сил, ни здоровья, я не знаю, что у них останется. Вот сегодня умерла актриса Мирошниченко, 81 год. Но я не думаю, что эти ребята доживут вообще до 50 или до 60, работая здесь, вкалывая. Как они не понимают этого?